Ебать там чел нахуй. Ебать там, да, чел, я только что сказать. Бам. Стоп, мне еще надо вот так. Бам. Мне же дюриться. 53 мастерства. Надеюсь, хватит. Белари. Спроты пейте. Че рыбу поставил? Могу еще тренинг мастерство одеть. 63. Ёбнешься. Ого, реально, блять. Блять, меткости нихуя нет. Ёбнешься. Тут по 2 миллиарда на шмот. Сколько? Скильки. Шкаф. Сим. Щит? Да кому он нужен? Нету у него осколков, вы же что, не слышали? Ну только что сосал, сказал. Шкаф поставь. Да-да. Так, все, это ЛПшка, что на этот? Макросы. Да. Готов на колесико ЛПшку нажимать. Ну, прокрут. Точнее. Блин, с макросом похуй, да? Не, ну вот это у меня. Это не на колесико, жалко. А, так стоп, я ж могу! Бам и бам. Все, предлагаю так. Бэмс-дэмс. Потому что он что-то как-то... Всё, теперь на колесико это. Предыкурс не забывай. Хак, у меня первый в эфире, Яшу первым. Яша другу. Ну, после хилов. Очевидно. Яша. Ну, значит, Яша. Сапроты пейте. Такое. Реслин. Надо рыбу пора обновить. Все. Не мне сапрот, если что, реслин за ним. Там у этого озера на реке. Мне. У нас там сейчас. Кому банки не нужны? Какие? Дальние банки. Цепенение зелени. О, мне нужно, мне. А, нет, я не танчу, да? Ну займи на всякий случай. Вдруг там это реслин танчит, начнет резко. Пусть одна лежит. Так, где? Вот сюда кину. Да понесли тут. Остальные есть? Все. Рыбу быстрее ешь. Под шкафом. Хорош. И сапрот потом выпей. А у всех не пишет item level? А может, стэт такой фоскоповый? Ты, если на порче не стопаешь, то не точно очень, нет. Не очень неприятно тебе хилить. Ладно, выпился. Я лицо поломаю, если у кого-то не будет, блядь, этого, нахуй, зелье оцепенения. У всех есть? Пожалуйста, ответьте мне, напишите куда-нибудь. Есть. Чё у тебя, Раслин? А это что за макрос? Ребят, давайте как-то это... Глю кулак дай по реслину. Да, всё, готов? Ой, дышит страшно. Подходите к мягкому. Я макрос рассматриваю. Почему ку... А это что за макрос? Ты первый дикий танк. Да, надо да. Первый. 5, 4, 3, 2... Один. Подальше вот иди. Он все нормально. Так? Все нормально. Сейчас теперь не двигаю. О, где лицо? Это нормально? Да. А, ну ладно. Типа, под танком весело. Ты закончил? Я еще чуть-чуть подвинулся на танке. Я поиск не делал. Вот он проще будет.
Так не дорожь 10 написать, блядь. Еще, кстати, этот, когда у тебя, когда у тебя стаков много, там прожимайся, короче. Прожался. Потому что там может шотнуть. Примерно. Будет очень грустно. Так, Арислин добрал вроде, да? Все, я съебался куда-то. В окно. Ты потом особо далеко не отходить, надо айсбаун будет давать. Так, иногда. Если не помнишь, что-то не кончишь. Я еще жду, пока кольцо, а потом подойду, стак айсбаун добавлю. Геру. Только из баллон, да. Обновил. Все, съебался. После кольца сбегаемся. Сбежались. Бегу! Надо скинуть снег. Разошлись. Вообще, кстати, танков есть смысл декурсить, бегать с тортом. Так, скоро надо будет сейвы давать. Реслин Сакру будет давать. А не смогу. 4. Блядь. Мне до руны набить, блядь. 6 секунд. Сейчас. Жмите сейвы. Жмите. После кольца заберу. Ду, ползу. Я там прям фрейм достать. Так, забрал. Все. Давай, хорош. Кольцо. Лицо. Фир, шаг вперед, можешь ли? После этого сбегаемся. Как мы еще не упали? Сбежались. Не могу так стоять. Разошлись. Я микросейф отдал. Сейчас на своих сейвах надо будет. Глю жми бабл и сакру. Реслин глю. Хорошо. Так, реслин забрал, вижу, все, ушел. Блять, я в голем ушел. Давай, после этого сбегаемся, после этого сбегаемся. Сбежались. Разошлись. Так, как только сейвы откатятся, сразу жмите. Реслины. Блять! Как только откатятся, сразу жмите. Я не могу, я не знаю. Нажал. Все хорошо. Иду забирать. Добрал. Видишь. Я не знаю, как я смог это сделать. Вот базу. Да, сейчас. Прохил. Фенрир Бэйр. Как только откатится. А где он? Под тобой прямо. Его нету здесь. Лежит он. Вон он лежит. В центре лежу, сзади тебя. Три, бля. Ты гонишь, не видно его. Ну тыкни по фрейму просто. Я тыкнул, блядь. Не Бэйрит, что ли? Нет. На ледяной Бэйринте. Там Эрислин сильный. Тут стакается что-то, нет? Просто вместе сиди, встань, там пожирающий хуярит. Давайте быстрее. Эрислин 12 стаков. Пизда. Прожимайся. Да, не стыкает. Ну, 50, наверное, вроде. Где у нас там прокнул? Так, и это самое, у черепашки защиты. Много? Сразу БР. БР сразу. Теперь есть. Ну туда. Прохил. Лови. Забирай. Все, забрал. Мы смогли пережить здесь. Тинг-Цонга не декурсить. Я тебе решил. Сейчас настакать надо, блядь, хуйню эту.
Я не уронил только. Фу баф мне дали, надеюсь? Баф на себя. А знаете, в чем проблема? Я, короче, проебался, нажал припод на секунду позже. У меня нет теперь фоски. А у тебя есть ваниш? Ваниш? Ты можешь ванишем вроде задоджить то, что в тебя кастят? Могу. Попробуй. Я не пытался? Ну, я попробую. И само падение каста именно, пока кастит, нажми. Но переработает, если ветерок. С Яшаленом Азерона местами поменяйтесь. Да, я сейчас пойду лосопить, моно переоденусь. Шлем далеко стоит. Ну похуй, пускай висит, дам проклятие. Я дробяшку, дробяшку надел. Я ж когда бью, у меня реденис моно. Да. По ощущениям это вообще не видно. Но из синий джагер... Попадать должен. Ощущение это да. Я просто дробяшку надел, на меткость. Реслин забрал, я ушел, вижу. Я вообще там в окно съебусь куда-нибудь. У меня 11 тысяч хпс было. Все свои радарские штучки потратил почти. Не, ну ладно, мы вроде научились хилить, даже если у нас фул голема падают. Я вообще не знаю, у меня хп улетает, я не знаю, как мы не вайпились. Ну, сейчас удобно было, я отходил. Мы просто хилить лучше начали, все. А точно синяя джага есть, потому что да, вы его оба не регенете. Да. Есть, есть. Я забираю. Сразу стаку сируник, блядь, максимально быстро. Блядь, 2000 хп. Это руник начал стакать быстрее. Ну слушай, кстати, даже печать мудрости стала намного хуже регенить ману. Чё-то по мане хуёво у вас. Ну короче. Не, вообще я говорю, вот сколько я бью, у меня только 26%, 30%. Я ещё один кинуть. Сломали, короче. Так, сейчас. А сколько оно куда? Крофа 105, потом кинь. Что когда? Ещё один. Я кровь отдал. Ну я глю, короче, это следующий язык. Гимноман у меня все еще есть. Мы же БР ждем, да? Геру. А сколько? Да, если паладин и диван не жмите. Не жмите. Го, подождем БР просто, нет? А сколько его там? 10 минут? Больше не знаю. 6 минут. Можно и подождать 3 минуты, грубо говоря. СС нету, кстати. Я да. Я понял, что... Ой, блядь, замедлю. Так, ну глю на фулах стоит. Тебе заебашь, да? Чё, подожди, чё глю на фулах? Я после шипов заберу, если... Мама. Подхожу, забираю. Ну, у него фул мана. А, вот теперь начало хилить вам вообще ману. Там походу не висело, типа. Может, знаешь, что он кинул джагу под курсой? Это как-то сыграло что-то. Сейчас нормально регенит вообще. Ну, как вариант, я говорю, может, под курсой кинул, это хуйня какая-то. Там и глю на регенил, я на регенил. Он, короче, там пойду. Чисто шипешную дробяшку надеваю. На место как раз, чтобы попадать по боссу. Именно так. А как у невидимку ухнул? Там РТ-тайм туган закончилось, что ли? Просто ты в сети отобразился. Так, да, это было задумано? О. Ты знаешь, что могу сказать? Мы ждем этого, да? Правильно? Бэ. Вообще долго, кстати, что-то, блин, как будто. Я привык ничего не делать.
На хиле бы ты поиграл еще. Да на танке догоним, бой подошел, руник да, отошел, блин. На рогидер так делать не надо. Хотя рога может подойти дизарм, да? После шипов заберу. Знаешь, вот когда вот нас куча големов обычно прилетало, я обычно сходил с ума с того, как вас дамажит. Чисто шиза такая появлялась. Я не понимаю, что делать, потому что все умирают. Все умирают, типа, в округе. А сейчас что-то, знаешь, типа, все умирают, и я чисто, знаешь, на кресле сижу в горящем доме. Похер. Там пару раз было очень близко, потому что кто-то умер. У нас БР успеет откатиться? 4% этим. Чё, ну стопнем. Мне надо бить. А, стоп. У меня щади откатит, короче, все по мане все хорошо. Я помните, сколько я говорил перевод? 5,3, да, вроде ляма? Да. Угу. Какие-то на лям еще нормально. Сейчас ими разокидываю. Кому не нужен? А, у меня уже щади откатилось почти 30 секунд. А, ну нормально. Ой, руника мне блядь. Бам, нормально. Как-то, не знаю. Вы кучно стоите очень. Очень многих задевает. Там по 5 человек задевает. Разойдите еще немножко. Сейчас заберу. 3 секунды. Вы можете вообще далеко съебать, кто ничего не делает. Лучше не надо. Так. Там мало ли там прилетит как-то, блядь. Захилить не получится. Прилетит. Но раньше есть. Если все уйдут, в кого? Вы только в танки кидать? Ну да. У тебя ж хилы еще есть. Ты не можешь, они не могут уйти этим. Ну, блядь, глюк через частичку похилит. Я вот сюда вот съебываю. Никогда не получаю от него дэмэдж. Ну и нормально, АФК встанок. Если не забрал бы. Ну, все, отошел. Что там скоро? Минуту. Да. Руники проебал, бля. Эти как они, блять, под. Блять, фласки не забудь. Лишь бы меня не взял, А похуй, голову у тебя разобьем. Ну или сразу ебашьте меня. Если ты чередой нас не переебешь, конечно. Ну череду сдаст. Он сразу даст. Угу. Так, все, руники на стаков, похуй. Все, давай вот сейчас Фенрир забирает босса и переводим. А, вы там не забудьте ДД фаски перепить, когда мы начнем переводить босса, как говорится, каждый раз напоминаем. А у тебя есть брошка уже? Ты курсишь всех. Я забираю, что было. Я забрал. Можете бить. Все, переводить. Перед этим, перед переводом декурс подождем. 5,3 ляма. И сразу стопаем. Ждем декурса и летим. 5,5 пока. 5,4. Декурс. И потом мы сразу летим. Да, полетели. Фаски на ДД перепейте все. Давайте фул депс. Бергер. Чё, через диван? Блин, нет. Да, блядь, в смысле нет? Ёбаёб. Ты чё, еблан? Ну, Мазерона. Вы ещё БР, нормально.
Урембриона, сошел, выпил. Выпил зелье. Хуя мы БР ждали? Урю. Ой, блядь, Азерона, ебаный рот. Не знаю. Тык ебаный. Переводим быстрее. Нас. Разошлись. Рейдж. Где я, блядь, появился? Я тут остаюсь. Кольцо. Куриона выводить. Если не забрал, все окей. Ебать, прохил меня, прохил. Все нормально? Да, я... Блять, я шо убегаю, нормально. У меня раньше пропал куда-то, блять. Арсенал поиску дал. Ну да, блять, баунт. Блять, камень нормально съел, все выжил. Ебать, ты фрика Азерона, нахуй, блять. Реально фрик. Это первый пул? Да. ГЦ. ГЦ Яша. ГЦ, ГЦ Яша. Яша, ГЦ, ГЦ. За 5к голды паролил кого-то. О, ты ж перстень твой, Зеран. Ещё глюк, бери дубина. Да, ага, сейчас. Получай ты бубисовым будешь. Что делаем? А кстати, если пушка не надо, я бы так забрал вообще. Дай тогда чеком вот. Всем пока, да? Все можно идти. Чеколад, ты где там? А че. Так у тебя хуже или лучше? Я... Тебе надо проверить просто. Нет, клю, наверное, тебе пойдет получше. Но она лучше, чем я. Но забирай. На сметкости. Ну типа 30 крита, это что, это хуйня? 70 СПД и 10 шасты. Два хингерсонга. А мне похуй. А, да? А, да? Мне отдайте токены, мне поймают. Отдайте кто печеньку? Не, Глю, она тебе реально, наверное, лучше будет. А чекуация, ты этот не ловишь больше печеньки, да? Кого? Печеньки. Печеньки? Ну, похода нет, типа. Нахуя ты мне ее дал, долбоёб? А почему я сингу дал? Ебаный. Кому там? РЛ-ки дал, РЛ-ки дал. Как выиграл, да? Да, да. Как-то бесится. Это погибли, Роя. Ебать фрик, нахуй. Фрик, бля. Нет, реально глюк. Пушка, наверное, получше, мне кажется, будет. Сколько там, 70 или 80 СПД, десятка хосты.